Международный русский язык изучает иностранное студенчество. Гости из Казахстана, Монголии, Афганистана, Индонезии, Африки, Польши собрались в политехе, чтобы поделиться друг с другом тем, что им близко на родине. Приехала, чтобы учиться русского языка, потому что он мне нужен. Я приехала помогать мальчикам, которые в Барнауле. Они поляки, они ходят в русскую школу, но тоже хотели бы учиться в польской, и я им помогаю. Ну, я бы хотела остаться еще несколько годов, но я не знаю, как получится. Эльжбета Анна выбрала тему доклада по профессиональному профилю. Она преподает литературу и рассказала о польских нобелевских лауреатах в этой области. А гость из Африки Мохаммед мечтает стать менеджером и изучает экономику. Сегодня на конференции я буду рассказывать о истории Мали. Да, это мой час вместе с моими друзьями. Буду рассказать о Мали, истории, экономике, географии и наша партнерство с Белоруссией. Доклады читали очно и по видеоконференц-связи. Среди участников студенты Алтайских политеха и педагогического университета, а также Ховдовского государственного университета в Монголии и Вэйхайского технологического колледжа в Китае. Это возможность, во-первых, студентам из разных стран познакомиться, поговорить, проверить свои навыки. Мы предполагаем создать некую такую вот атмосферу коммуникации, чтобы они могли поговорить по-русски свободно. Во время учебы в России студентам не обойтись без знания русского, который постепенно осваивается в общении с преподавателями, с жителями страны. Для этого форум иностранной культуры организуется уже больше 15 лет ежегодно. Традиционно в программе конференция, во второй день фестиваль национальных культур с песнями и танцами, а также праздник национальной кухни, который состоится 25 апреля. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.